Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировские чиновники заплатят за свои квартиры и машины. Налоговая служба объявила традиционную акцию «Начни с себя», чтобы привлечь жителей региона к уплате имущественных налогов. Сотрудники налоговой будут одними из первых, кто перечислит средства за свои квартиры, участки и автомобили в бюджет. Помимо них, акцию ежегодно поддерживают представители органов власти, федеральных структур, коллективы предприятий. Расчеты сумм уже завершены. Информация доступна пользователям личного кабинета на сайте ФНС налог.gov.ru и в его мобильной версии. Тем, кто там не зарегистрирован, придут уведомления по почте. Срок уплаты 1 декабря. В этом году налогов кировчанам насчитали на 2 миллиарда рублей. Программа «Экономика». Некоторые кировчане заплатят за отопление в сентябре, как за целый месяц. Отопительный период официально начался в середине месяца. В некоторых домах отопления нет до сих пор. Сколько за такие услуги придется заплатить, будет зависеть от наличия в доме прибора учета, поясняют в Государственной жилищной инспекции. Если счетчик есть, размер платы определяется, исходя из его показаний. Если общедомового прибора учета нет, он вышел из строя или не поверен, счет выставят за целый месяц. Это так называемая оплата по нормативу, которую отопительный период. Это 8 месяцев с сентября по апрель включительно. То есть счет за отопление жители домов без общедомовых приборов учета получают 8 месяцев в году с сентября по апрель, независимо от наличия отопления. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Ставка 0% для ИП – реальность, если вы впервые в бизнесе. Налоговые каникулы в России для впервые зарегистрированных предпринимателей продлили до 2023 года. Руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук рассказывает, как воспользоваться каникулами и сколько они могут длиться. При подаче заявления на получение патента необходимо указать ставку 0% в самом заявлении. При упрощенной системе по итогу за год подать декларацию и там указать ставку 0%. Два налоговых периода в законе сказано. Налоговый период для упрощенной системы – это календарный год. То есть, если вы зарегистрировались 30 декабря, то у вас уже получается год первый исчерпался. У патентов тоже налоговый период, который может равняться месяцу. Соответственно, если вы взяли патент на один месяц, потом на второй месяц, вы исчерпали свое право. Есть еще требования для ИП, чтобы платить по нулевой ставке. Средняя численность сотрудников не более 15 человек за год, предельный размер доходов не выше 1/10 предельного размера доходов по соответствующей системе. Чтобы не пропустить возможности оптимизировать расходы и не ломать голову над нюансами именно вашего бизнеса, делегируйте это специалистам. Компания «Бухгалтерия» на рынке бухгалтерских услуг более 12 лет. В штате более десятка сотрудников с образованием и опытом. Заходите на сайт «бухгалтер043.ру» или звоните 213-112. Экономика. Завершение валютах. Доллар на сегодня 72 рубля 51 копейка. Официальный евро 84,68. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.